хорошо пошутил, я бы сказал, мораль. Он не пошутил, но это можно Мораль рассказывать. из Праги. Мораль из Праги, да, у него есть такая книжка «Нация Израиля», он там сказал замечательную вещь, которую можно рассказывать как анекдот некоторый, что каждый народ ставит себе идеалом то, чего у него нет, Да, это то, к классно. чему Это надо классно. стремиться, да? Вот. И поэтому мусульмане поставили себе идеалом закон, Да, Аллах, закон, да? интересно. Христиане, соответственно, Любовь, поставили себе любовь, любовь. любовь, да. И самое смешное, евреи единство. Серьезно? Евреи поставили себе единство. Что все относительно. А Шем Эхад, понимаешь? Класс, А евреи это единство. Вот, так что действительно это работает, Мораль был абсолютно прав. Вот, но действительно мы видим, почему у мусульман такие жесткие законы шариата, почему нужно отрубать руку за то, что кто-то своровал, Безусловно, понимаешь? конечно. Потому что... Надо голову отрезать. То, что имеем, не бережем, а вот что у соседа, Да, вот я это вот понимаю. как раз то Но у самое. нас же тоже в Торе довольно жесткие Ну, законы. не такие, не Ну такие. У что... нас нету такой тяги к этому воровству, Ну, как у тяги нет, них. но там довольно жесткие, я бы сказала, законы Хорошо, Торе. довольно жесткие, но сегодня они применяются Ну, они, да. по-другому, сказать, сегодня селективно там и так далее.